Ох и время года, ох и перевод часов. Туда-сюда зашел Максим, бах, и уже вечер. Я уже чуть-чуть выгнал, говорю, пошли, а то по темноте ты боишься гулять. На небе вот такие полосы, сейчас покажу поближе. Резкость наведу, прям такие, как от НЛО какие-то. И орлы летают, орлы и красные полосы. Вот такое удивительное природное явление. Сейчас. Огромные птицы. Это не чайки, по-моему. Чайки я знаю. Я их тут миллион раз вижу. Ну и вот такое вот небо. Да. Ну а так, никаких больше новостей. Попили чая, свет есть, не выключали. Вот то вчера, только на 15 минут, когда я купался, выключили. А так, слава богу, спасибо. Вроде наладилось со светом. Во всяком случае, хотя бы в наших краях. Так что Чича, он гуляет по кустам. На улице уже прохладненько становится. Поэтому всем желаю тихого вечера, мирной ночи. Он Чичундра сейчас гульнет. И пойдем мы в тепло. Греем себе комнатку. Попьем сейчас чайка еще разок. Что, всем пока.